Друзья, доброе время суток. Нерест щуки на озере Трофей затягивается. 3 недели назад при температуре воды 8 градусов я заметил нелестящихся в камышах щук. 30 марта попалась отнелестившаяся щука с растяжками на брюхе. А сегодня при температуре воды плюс 12 градусов воблер атаковала текущая самка. Визуально самцов и самок щук можно отличить по форме полового и анальных отверстий. У самки это овал с волосками по кругу, у самца вытянутая щель. Нерест задерживает скачки температуры воздуха, сильные ветры с дождем, разные популяции щук из-за зарыблений и особи разных размеров. Миф о том, что самки щук в нерест не питаются, на озере Трофей не соответствует действительности. В основном я ловлю на воблеры, но делаю контрольные забросы на колебалки и вращалки. Последние рыбалки выручает черно-белый воблер, коллектор от Суоки, копия на шакал Риренч, на него 5 щук. Поклевки под камышом, на чистом пусто. Орбиты, аниры и ташайнеры и другие молчат. Делаю контрольные забросы на черный мэпс 4 номера. Поклевки некрупных щучек. После обеда ухожу на глубину 1,8-2 метра. Тщательно облавливаю и ташайнером 110 СП, и орбитом 130 СП. Тишина. Делаю контрольные забросы на блесну 8,5 см и весом 18 грамм. Через каждые 20 оборотов катушки опускаю блесну на дно. 2 хорошие щуки. Большая полторушка. Трудный день, много информации для размышлений. Всем мира, добра и удачи!